Добрый день, друзья. Это комментарий эксперта на канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалют и ICO. iTuber – одно из крупнейших в Рунете сообществ онлайн-инвесторов, которое информирует о новостях, возможностях и рисках крипторынка и обучает работе на нем. Меня зовут Евгений Романенко, и сегодня я представляю вам комментарий Ярослава Романчука, белорусского экономиста, автора 12 книг и более 5000 статей, руководителя научно-исследовательского центра Мизеса в Минске, кандидата в президенты Республики Беларусь 2010 года по вопросу, чем же являются криптовалюты с точки зрения австрийской экономической школы. Это заменители денег, это определенные активы, это определенные инструменты фасилитации обмена определенных рынках определенных людей. Вот, собственно, что-то есть. Если, например, есть какой-то там токен, который позволяет мне облегчить обмен в отличие от реальных, там, вернее, фиатных денег государства, я, собственно, им пользуюсь. Это совершенно нормальная конкуренция разных людей, разных сообществ. Если, тем более, опять в наше время популярно, вот можно раскрутить при помощи существующих там социальных сетей, блогов, сайтов, мнений. Мы же живем в эпоху, когда мнения, нематериальные активы создаются людьми совершенно фриковыми даже, да? И вот тот же феномен батлов разных, тот же феномен, когда люди там имеют под миллионы, десятки миллионов подписчиков, мнения которых вообще дико социализированы, они могут вообще сторонниками убийцы Че Гевары быть. Вот этот феномен в том числе распространяется на деньги. Постправда, к сожалению, работает во всей своей красе, и криптосредства или ефантик является одним из форм проявления вот этой эпохи. Это было мнение белорусского экономиста Ярослава Романчука, полное интервью с которым вы можете увидеть в программе «Жизнь блокчейн» на канале Tetra Sales. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал, в описании под видео ссылки на телеграм-группы с новостями и инсайдами по криптовалютам, а также на обучение о работе на крипторынке. И подпишитесь на наш блог «В голосе», первой русскоязычной социальной блог-платформе на блокчейн, и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч!